Слава Украине! Героям слава! Сегодня 11 марта, 16 дней после нападения нацистской России и Беларуси. Город Одесса. В Одессе все спокойно, уже практически вторые сутки. Немного была воздушная тревога вчера, так все нормально, город укреплен и контролируется. А в соседней Николаевской области вчера неплохо наваляли оркам, отбили их от города, отбросили на десятки километров, что даже уже не было обстрелов во второй половине дня. Орки где-то там разбиты, аж под Херсонской областью валяются. Или разбежались по селам. Ну и вон какая погода, это, наверное, практически по всей Украине такое. Нашим солдатам то есть погреться, а россияне пускай все сидят в своих железных банках и мерзнут. И едят доширак. Позорная армия и позорные люди.